Наконец-то мы на месте. И мы почти у цели. Поэтому отправляемся. Фредик, ты нашел вход, как найти в это здание, в этот сфинкс? Или я не знаю, что это? Ты нашел? Вообще ничего. Вот прям где-то вообще, что-то должно быть. Ничего. Они же как-то выходили отсюда, если они не пожертвовали собой и не остались там умирать. Угу. А если остались? В то время это было чуть ли не подвигом, понимаешь? Ну вот. Так. Одни герои кругом. Стой, что стой, 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 я нашла какой-то рычаг. Все так просто? Это прям... Все да, так просто? Носом. Да, ну такого не может быть. Поэтому будь наготове. Я готов. Как никогда. Так, так, так. Только иди аккуратно, потому что здесь везде может быть подвох. Везде. Подступил один раз как-то, и все, и ты труп. Нужно беречь свои это себя. Да. Так, что здесь? Может, это какой-то рычаг, это какой-то факел? Мы найдем это ожерелье. Мы еще найдем. Понимать, что здесь написано, нарисовано. Так, нужно я обойти. Вообще не понимаю. Нужно обойти. А как оно хоть выглядит? Ну, в древней книге сокровищ оно выглядело примерно как ожерелье. И такая золотая цепочка, по-моему, с голубым или таким синим, или ну просто синим камнем. Но это очень ценная вещь, поэтому мы отсюда не выйдем без нее. Ты же понимаешь? Я боюсь, что мы отсюда можем вообще не выйти. Что здесь? Вот это будет ты поворот. Был здесь? Что здесь? Нет, это так. Здесь, наверное, какой-то главный. О, боже мой! Ай, фу, тут какие... Тут кто-то умер! О, боже мой, мы здесь явно были не одни. Ой-ой-ой. Вот теперь... Они тоже. О, кирка. Это... Мы никак не вернемся обратно, потому что посмотри, сколько над нами тонн песка. Нас лишь бы не... Нас бы лишь бы не засыпало этим песком. Ты понимаешь, что это какая-то страшная смерть? Это просто ужасно. Ой, а мы, по-моему, кого-то разбудили, слушай. Что? Все-таки они что? Пожертвовали собой. Это мумии, боже мой. Я смотрю, слушай, так. Ты готов идти дальше? Да, конечно, готов, только куда? Вот, смотри, вот рычаг наверху. Просто. Нужно туда как-то добраться. Так. И... А вдруг это очередная ловушка? Я не знаю, как здесь мне и быть. Нас прибьет. Мне нужен так какой-то... Доверься профессионалам. У меня есть... Подожди, у меня опа. Есть песок. Опа. А я здесь. Ты уже здесь? Я про... Давай ко мне. Вот. Только здесь очень сложно будет. Хм. У меня нет ничего сложного. Мне все под силу. Я понял. Тебе дали кирку. Да. Давай. Кирка. Это отлично. Так. Так. Ну, тогда я, пожалуй, отойду. А вдруг оно сейчас упадет там что-то? Ну-ка. Что там? Ничего, я живой. А ну подожди, случае, подожди пока. Здесь, подожди, подожди здесь. Мне кажется, там открылся тот проход. Есть кто-то? Ой. Оп, нет. Да, здесь открылся, о, явно мой. Открылся проход. О боже мой, что это? Курица. Не-не-не-не-не. Тихо. В воду, беги в воду. Тихо, ще, меня какая-то курица не убила. Тихо. Есть патроны? Есть. Нормально. Продуктивнее. Что здесь? Давай идем дальше. Тихо, тихо. Эконом патроны. Тихо, тихо. Потом... Так, так, нужно. Уходи. Нож, нож в атаку. Так. Свет. Где-то, наверное, и точно есть рассадник. 100%. Тихо. Ох, сейчас я их всех... Ты еще на ножах. Ты, ты забрал мой факел, ну ладно. Да, я забрал, держи. Подожди. Есть. Я свечу. Я так и знала, что они где-то отсюда давай. Появляются. Я есть, 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 сейчас, 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 что сейчас, сейчас, держись. Кто меня бьет? А ну, умри. Так. Еще рассадник. Мне нужно восстановиться. Тихо. Только аккуратно. Вроде где 4 рассадника. Все. Все, 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 ты живой? О. Еще да, один рассадник. А, сейчас мне будет конец. Нет, я не дам свою жизнь. Давай, вот так просто какой-то вонючий старой мумии. Да. Фух. Ого. Фух, слушай, факел это где-то было есть? Очень, очень тяжело. Да, дай держи, мне... вот о, тебе факел. Наконец-то, давай. А сейчас я восстановлюсь. Ты видишь, какие здесь интересные ого. Какие-то надписи? Ты сюда посмотри. О, боже мой, ты видел?
Это же как в этих сказках, это как в наших рассказах, ты понимаешь? А что это? Красота. Боже мой, это... Это лава. Это лава? И магма, что-то такое. Я вижу сундук. Вон жук этот. Какой сундук? Где ты видишь сундук? Что? Фредик, ой, ты... вот я сверху. И что там? Нашел это что-то? Прыжок, оп. Да, медь золотой, золотое яблоко и два стейка. Держи, это вон, тебе. Что так? Это тебе. Так. Как нам туда добраться? Так, хорошо. Может, мы будем... О, ты чё? Эй, где он взялся? Ты я думала, взялся? Мы всех уже... Это что, мы не все рассадники? Вон, смотри, ещё стоят. А как туда-то вот достать? Так, ищи тайник. Всё может быть тайником, абсолютно всё. Всё может быть тайником. Ой. Какой-то странный вот этот вот факел. Тебе может, не кажется? Здесь? Есть! Смотри! Ты посмотри, прям глаз алмаз. Эй, эй, о! Эй, эй! Пусть сгорит в лаве. Горит, чё горит, не горит? О, горит. Тебе. Отлично. Фух. Конечно, он сухой здесь только просидеть. Он сгорит там как какая-то, не знаю, листочек. Ого, Фредик, я бы не что мне здесь... Так, есть. Смотри. Ты не бережёшь патроны. Ну ладно. Хотя... Конечно же как-то... Как теперь туда? О! Не, скелет! Скелет, убиваю скелета! У меня еще есть два блока. Давай, я в тебя верю, Вика, давай! Нет, помогай, нет, 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 так, так, нет. Горю, 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 так, нужно поесть, поесть. Яблоко, яблоко, есть яблоко. Яблоко! Прыгай там, что-то делай. Яблоко, яблоко, яблоко. Ты живая? Яблоко. Живёшь? Живая, пока еще живая, прыгаю, прыгаю, так главное, разрушай чтобы... Разрушай рассадники. Потому что сейчас... Где и они? Беги где назад, беги сюда. Где рассадники? Где рассадники? Слева, где справа, здесь вот. Так. А я пока бью их, бью. О, все, я вижу, сейчас. Не зря нам кирка пригодилась. Так, так, так. Боже мой, я не думала, что это будет так тяжело. Так, два рассадника нет. Я прям уже не могу, как тяжело. Идем дальше. Ух, я думаю, здесь тоже есть рассадники. Да, вот, смотри. А, здесь рассадник с моей стороны. Стой, 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 стой. Там какой-то сундук с какими-то зельями, я думаю. Там что-то будет интересное. Это тип... Для регенерации, стрелы и лук. Ха. Не просто так здесь все. Так. Не просто так. Тихо, я слышу, слушай, слышишь? Иди сюда. Что? За стеной. Кричат. Тихо. А! Ты куда? Ты видел? Я погрузилась в стену. Что за место-то такое? Волшебное какое-то очень странное. А, там меня кто-то ударил. Тихо. У меня есть лук. У меня есть лук и стрелы. Ой, я разрушил стену. Убивай его. Потому что у меня очень мало уже патронов осталось. Нет, он неубиваемый какой-то. Какая странная стена. Вы посмотрите, что это за стена такая. А что здесь? Что ты здесь была? Подожди. А нет, здесь не пройти. Я ничего не успела посмотреть. Мне эти надписи... Слушай, на тебе зелье регенерации хотя бы одно. Держи. Ну да, было бы неплохо. Идем. Так. Что здесь? Ты куда? Ты туда? Двигаемся сейчас, быстро. Подожди, я кушаю. Тихо. Вот это жесть. Как нам сюда добраться? А ты прыгай и Ctrl зажми. Есть. Что здесь? Какие-то завалы. Так. Не знаю. Можно, в принципе, спуститься, ты знаешь. Идёшь? Иду, ползу. Давай. Так стрёмно, когда над тобой песок. Это очень страшно. Но ничего, жажда сокровищ. О! Сундук. Сундук. Зелье огнестойкости и лечебное зелье. Так, мы забрали. Я не знаю, у нас столько всего, я думаю, оно тебе пригодится тоже. Может, тебе сейчас дать или нет? Да пока давай идем. Нам же нужно как-то туда выбраться теперь. Тихо. Так, ты чё? Я погрузила блоки. Так. Есть, нормально все. Так, нужно отсюда выбираться. Фух. Я думаю, это еще не конец. Нет. Что нам я еще? Я что-то перепрыгиваю по привычке. Это... Ну вот сюда нужно, только вот как сюда пройти? Вот еще какой-то есть. А подожди, ты говоришь, огнестойкости есть зелье? Да. Смотри, иди сюда. Я, кажется, знаю зачем. Зачем? Вот, только не говори, что нам нужно сюда.
Да. Нам нужно выпить, чтобы кто-то один выпил зелье и пошел в ту сторону, прошелся, посмотрел, что там. Кто это будет? У меня есть два зелья огнестойкости. А, ну давай тогда и мне. Я думал, одно только. Так. Я надеюсь, я не ошибся. Нет. Мы сейчас не умрем. Погнали, побыстрее. Нет. Нормально? Все нормально. Мы живы? Ну, зелье огнестойкости нас пока что еще никогда не подводило. Так, плывем по лаве. Это же... Это круто вообще. Хорошее ощущение. А вот и сундук. Сундук какой-то. Да. Лечебное зелье и рычаг. Возвращаемся? О, я же говорил. Ты смотри, я был прав. Возвращаемся, пока мы не сгорели. Нас... Так. О, боже мой, вот это вот приключение, конечно. О. Я думал, все будет проще, ты знаешь. Я думал, мы зайдем, там кого-то убьем или найдем какие-то кости и просто заберем наш зелье. Тушись. Я еще горю. Так, ладно. Теперь, я так понимаю, это сюда нам нужно. Рычаг. Это что такое? Давай. Есть рычаг. Так, ставим, посмотрим. Не работает. Значит, не сюда. Может, наверх? Поставим. Вот сюда, он может, запутал. На этот блок? Ну, гори же. Сюда? Да. Здесь бы сейчас воды... Ты права. Да? Ой, наконец-то перестала гореть и перестала в глазах. Так. Ой, еще факт. Что здесь? Мы здесь горы песка. Спускаемся. Мне кажется, здесь песок. Один песок уже надоело. Быстрее бы найти это жерелье и закончить это дело. Мы так ты не боишься? Нет. Не боюсь, если честно. Какие странные. Потому что темно. Я вижу рассадник, поэтому я иду его разрушать. Да, ты смотри, даже никто не успел появиться. Так. Итак. И поздравляю, мы заперты. Да ну! Что это? Серьезно? Это серьезно. Я не хочу. Так. А здесь что? Ищи выход. Что здесь за... Что за песок здесь странный, подожди. Тебе не кажется? Нет, вот странный. Это ты, да, только что блок разрушил. Смотри, да. Что там. Ищи кнопку, что-нибудь. Оно куда-то должно идти. Мы должны пролезть туда. Я не знаю, как ты, но я иду сюда. Что это такое? Ну проследи, куда оно ведет, только не. Хотя можешь разрушить, в принципе. А что это такое? Ну иди сюда. Я ползу. И что? Так. Оно ведет. Ага, иди. Я, кажется, понял. Сейчас мы вот что сделаем. Вырезай. И сейчас мы его попробуем разрушить. Если мы его разрушим, механизм поломается, и то, что нам нужно, где-то покажется, во всяком случае. Появится. Угу. Да. Так, сейчас я разрушаю. Есть? Есть! Проход открылся! Я прав был. И что здесь? Боже мой. Это просто вот эти вот легенды про то, что в пирамиде, если ты один раз зайдешь и не выйдешь, это точно. Эй, там стрелок есть. Так, аккуратно. Обходим. Обходим. Уклонение. У тебя еще есть патроны какие-то? Да, сколько их там? А, они бьются между собой. У меня нет патронов. Ни на что. Ну, у меня пистолет. Сейчас вроде как еще одна... А, это последняя. Нет, ничего. У меня есть какие-то... Но мы их сейчас не перебьем. Я думаю, нам нужно просто идти дальше. Да? Вот сюда. Подожди, только я покушаю. Так. Вика! А как же я? Иди сюда! О, нет! Бедный я. Бери блоки. А, у тебя же нет кирки. Подожди, я тебе сейчас поставлю. Подожди, они там между собой бьются. Может, я и помогу им? Как? Вот так. Поубиваю их немножко. Вот так. Тебе нужно было рассадник их уничтожить. А у меня нету. Патроны, яблоки, я все забираю. Здесь какая-то дырка, я убегаю. Что здесь за дырка? Я не знаю, боже мой. Куда-то лезу. Куда ты лезешь? Эй! Здесь дырка была. Я под землей. Получается, я прошла, и эти все блоки обвалились? Да. Ты куда пошел? Что мне делать без тебя здесь? Ладно.
Подожди, может, я сейчас как-то выберусь. Мне кажется... Или не кажется, я не знаю. Сейчас, здесь что-то... Они меня увидели! Все, у меня здесь кранты. А ты что, снизу? Нет, я наверху. Я жду тебя. Подожди. Куда ты там лезешь? Я, кажется, знаю, где я. Тебя не вижу. Я, кажется, знаю, где я. Сейчас, Вика, спрей на месте. Какая странная пирамида, где куча-куча всяких ловушек. Так это там тебя уже бьют? Нет. Это между собой. Кто-то здесь точно соревнуется. О, какая-то лестница странная. Здесь тоже сундук. Слушай, я где-то вылез. Ты смотри, не заблудись, чтобы я тоже не остался мумией здесь. Я вижу твой ник. Я вижу твой ник. Вот ты здесь? А вот и я. О, ничего себе так. Это хорошо. Какая многоходовочка. Так, значит, отправляемся дальше. Смотри, здесь так, сундук наверно внизу. Аккуратненько. Что здесь? Что делать дальше? Я уже заблудилась. Как мы отсюда выйдем? О, ты думаешь, я перепрыгну? Я не знаю, мы все глубже. Нет, нет. Только... Зато ты увидишь, что в сундуке. Зато есть лестница здесь. И так. Лечебное зелье. У меня уже столько этих лечебных зелий. Вылазим? Лестница, да. Строй. А ты у нас строитель. Не что знаю, есть? Но мне кажется, лучше сюда не... А ну-ка, нет. Подожди, если так. Не, ничего. Не, ничего, ничего. А если я пробегусь? Ха. Или нет, лучше не рисковать. Так. Не, мы так вылезем? Серьезно? Ну, а лестница нам для чего нужна? Ты только посмотри. Я застряла немного, вот. Опа. А есть блоки? Ставь блоки. Так. То может я смогу. А, здесь уже нет. Гости. Я иду. Я здесь. Держись. Сражение. Так. Вот. Эх, кстати, у тебя есть лук, ты говорила, да? А ё-моё, я не могу долезть уже сейчас. Тогда давай. Смогла, а сейчас не могу. Это все усталость. Это все усталость. Это... Я уже просто здесь... Мне надоело здесь вообще находиться. Вот, все есть. Блоки, да? Да, ставь блоки. Так, о. Все. Все. Отлично. Если честно, я не знаю, как вы, но я уже чувствую, что я так устала и. Получи. Тихо. У меня есть только кирка. А у меня есть стрелы, да? Тебе вот стрелы, еще у тебя один. Есть лук. Вот еще один. Иди сюда. Вика. Иди сюда. Вика. Сейчас меня убьют. Если убьют, знаете, я искала. Ищу. Давай. А, вот рассадник, мне, рассадник. Сейчас я его рассадник разрушу. Куда подняться? К тебе? Что сюда, там? Ко мне. Я тебе стрелы бросил. Вот. А, скажи тебе мне. Же лук. Скажи мне, что ты нашел. Я думала, что ты нашел. Что там в сундуке? Подожди, может, что-то в сундуке есть? Здесь просто... Кости! Нет! Что? Что это такое? Не... Но оно самоуничтожается. Это весьма хорошо. Что это такое? Первый раз такое вижу, господи. Давай я тебе помогу. Умри. Тихо. Я в шоке. Но? Ты помог ему? Я думала тоже его помочь. Так. Ему это... Я идем? Так испугалась. Вообще. Ну да, оно такое какое-то странное. Так, еще долго нам вот это здесь ходить. Так, лучник. Осторожно, лучник. Ну что это со мной такое? Почему я уже не могу выпрыгнуть? Я же... Да что об тебя? О, здесь два лучника. Ага, теперь они сражаются. Ты идешь? Я не могу никак добраться. Эй, меня сейчас тут зарубят! Фредик, помоги! Помогаю. Тихо. Ставь себе блоки. Так. Так. Потому что это все усталость. Мы слишком долго уже здесь возимся. Прям слишком. Песок. Мне кажется уже, что я никогда не выберусь отсюда. Мы здесь вечность, просто вечность. Ты помнишь, как нам выбраться? Я не помню, например. Я вообще не помню. Так мы же что и не выйдем просто. Ты где? Я вниз упала, вниз. Это ловушка. Посмотри, что там в сундуке. Слушай, держи тебе лечебное зелье. У меня есть какой-то регин. Слушай, у меня столько патронов, подожди. Оказывается, я их не брал. Вот сзади я тебе дал к пистолету. А ну-ка. У меня тоже, по-моему, есть. Да. О, представляешь, я тоже их не использовала. Что здесь? О, сундук. Сундук. Идем к нему? Идем к нему? Подожди, вот сундуки. А, вот сундук. И вон еще сундук. Вон там посередине комнаты сундук. Вот что с ним делать?
Это как-то стрёмно, когда вот прям посередине комнаты сундук. А вот о, тут, кстати, патроны. М? И зелье огнестойкости есть. Одно, правда. Я перепрыгнул. Ого, а мне придется, наверное, плыть или что? Я не знаю, у тебя блоки, лучше блоки. Если смотри, есть как, возможность. Смотри. Ах ты. Так сейчас я буду где-то к тебе добираться. Главное здесь не ложануть. О, они строили, а ты разрушай. Ничего страшного. Давай. Это же о, всего лишь песок. Есть. Так. О, теперь я нашел рычаг. Угу. Я тоже полез. Идем. Что это за рычаг тоже здесь? Яблоки, патроны. Кто-то здесь себе пролаживал хороший путь. Я не знаю, ничего не делает. На, держи тебе немножко, потому что у меня много. Так. Не знаю, я нажал, а там увидим. Пока ничего не произошло. Так. Идем обратно, идем. Остался только один сундук, это тот, что ты нашла. Там снизу. Ой. Ой. Так. Угу. Так, а как это? Опа! О, есть. Ну вот здесь мне стрёмно, потому что 95% того, что я здесь упаду. Да, лучше его вот это все убрать. Давай, ну, вот. Тебе есть как-то кирка. Вот так. И над головой. О, все есть. Это типа 100% мы прошли. Идем в середину. Это. Да, может, ну, там это. Я не знаю, я не доверяю этому всему, поэтому будь аккуратным. А ну-ка. Может, здесь ожерелье? Тихо. Эй! Не-не-не-не-не-не! Нет, это подстава. Вали главного. Валю! Тихо. Главное тебя не завалить. Вот кто это, было бы весьма неплохо. Сейчас меня завалит. Не-не-не-не, отстань. Я не могу одного завалить уже столько. Ты главный. Ты что, полтора сердечка? Ты что себе позволяешь? Тихо. Отходи, только отходи. Есть, хотя бы одного как. А, это просто нереально! Это просто нереально! Нереально! Так. Что уходи, здесь? Что в сундуке? Убегай! Убегаю! Бегу! Здесь какой-то сундук! Что? А, подожди! Иди сюда, Фредик! Меня... Нажимай на тот сундук! Бегу! Оставь их в покое! Они меня перегородили путь! Сейчас, маню! О, боже мой! Это оно! Господи, наконец-то! О, боже мой. Где ты? Где? Я без тебя не буду его забирать. Я здесь. Что я хочу, я, чтобы ты видел, за что мы сражались столько времени. О, боже. И за что? Это оно? Да, это оно. Это оно, прям как в книге. Это оно? О, да. Это оно. Теперь нужно, чтобы нас оттуда забрали. Ты просто посмотри, какая красота. Оно того стоило, ты понимаешь? О, поплавать в лаве, побиться с мумиями. Не знаю, чтобы на тебя чуть не наступил огромнейший гигант. Ничего. Странный причем. Да. Очень какой сильный. Сам, кстати, себя убил, потому что не уместился в помещении. Это да. Ну, а теперь будем вызывать подмогу, чтобы нас отсюда забрали. И искать дальше сокровища. Надеюсь, будет проще. Надеюсь, дальше будет еще интереснее. Поэтому ждите новых серий. Пока-пока.